Современные гидравлические одноковшовые экскаваторы, прогрессивные, высокопроизводительные землеройные машины, способные выполнять различные работы в промышленном и гражданском строительстве. Чтобы обеспечить правильное техническое обслуживание и ремонт этих сложных машин, необходимо знать особенности их конструкции, понимать устройство и работу гидропривода и всех агрегатов экскаватора. Силовая установка экскаватора, двигатель дизель. Емкость топливного бака рассчитана на эксплуатацию экскаватора в течение нескольких смен. Важнейшей частью гидропривода машины является гидрораспределитель потока рабочей жидкости. Размещение гидрооборудования у разных типа размеров машин может быть различным. Например, на экскаваторе ЭО-4121А оно размещено таким образом. Двигатель дизель, бак для рабочей жидкости, бак для топлива, сдвоенный насос, теплообменник, гидрораспределители, механизм поворота, фильтры. В машине предусмотрен ящик для инструмента. Противовес обеспечивает устойчивость машины. Более мощные гидравлические экскаваторы оснащены гусеничным ходом. Каждая гусеница приводится в движение своим гидромотором через шестеренный редуктор. Натяжение гусеничной ленты обеспечивается специальным гидроцилиндром. Менее мощные экскаваторы оборудованы пневмоколесным ходом. Ведущие колеса приводятся в движение гидромотором. Управляемые колеса сочленены с передним мостом при помощи универсальных шарниров. Поворот колес обеспечивается гидроцилиндром. Торможение машины осуществляется с помощью пневматических камер. Важным узлом машины является ходовая тележка с центральным коллектором. На ходовой раме установлено опорно-поворотное устройство, состоящее из двух обоим, наружной и внутренней. Между наружной и внутренней обоймами находятся ролики, позволяющие свободно вращаться наружной обойме относительно внутренней. Поворотная платформа с механизмами и оборудованием вращается от низкомоментного аксиально-поршневого гидромотора или от высокомоментного гидромотора. Передний управляемый мост имеет балансирную подвеску. Благодаря ей поворотная платформа всегда сохраняет горизонтальное положение. При работе машины гидроопоры повышают устойчивость экскаватора и освобождают пневмоколеса от нагрузки. К
Конструкция кабины обеспечивает хороший обзор и комфортные условия труда. Кабина надежно защищает машиниста от пыли, холода и жары. Из застекленной кабины машинисту хорошо видно рабочее оборудование во всех положениях. Сиденье амортизировано, его положение может изменяться. Кабина снабжена стеклоочистителем, вентиляцией и отоплением. Управление рабочими операциями предельно упрощено и осуществляется всего двумя рукоятками. В кабине установлены контрольные приборы. Вольтметр и амперметр контроля электрооборудования. Термометры воды и масла в системе дизеля. Манометры системы управления и приводы рабочих органов. Рабочее оборудование экскаватора состоит из стрелы, рукояти и ковша. Стрела может быть как однозвенная, так и двухзвенная. Элементы рабочего оборудования и гидроцилиндры шарнирно соединены между собой. Гидроцилиндр рабочего органа может быть расположен над рукоятью или под ней. Конструкции экскаваторов предусматривают применение широкого набора сменного рабочего оборудования. Гидравлический привод способен создавать большие усилия на рабочем органе. Они могут достигать десятков тонн. Обратная лопата используется для разработки грунтов ниже уровня стоянки машины. Ковш оборудован разрыхляющими зубьями. Прямая лопата применяется для разработки грунтов выше уровня стоянки машины. На экскаваторе ЭО-5122 может быть установлен специальный напорный грейфер для разработки особо глубоких колодцев и траншей, и в том числе так называемой стены в грунте. Разработку твердых грунтов, бетонных и асфальтовых покрытий обеспечивает гидромолот. Ковш с дополнительным зубом для захвата может быть использован для погрузки штучных крупногабаритных предметов. С помощью трамбовки достигается отличное уплотнение грунта в стесненных условиях, особенно в пазухах.
Крюковая подвеска позволяет использовать экскаватор в качестве подъемного крана. Калининский и Ленинградский экскаваторные заводы выпускают экскаваторы ЭО-3322А. ЭО – экскаватор одноковшовый, третьей размерной группы, соответствующей емкости ковша 0,5 кубометра. Этот экскаватор оборудован пневмоколесным ходом и жесткой подвеской рабочего оборудования. Последняя цифра указывает на номер модели. Буква в конце – модификация машины. Мощность двигателя – 80 лошадиных сил. Масса – 14,4 тонны. Киевский экскаваторный завод выпускает экскаваторы ЭО-4321 на пневмоколесном ходу с ковшом емкостью 0,65 кубометра. С дизелем мощностью 80 лошадиных сил и массой 19,7 тонны. На машине Ковровского экскаваторного завода 4-й размерной группы емкость ковша 0,65 сотых или 1 кубометр. Эта машина на гусеничном ходу. Мощность дизеля здесь 130 лошадиных сил. Масса экскаватора 21,6 тонны. На машинах Воронежского завода 5-й группы емкость ковша 1,6 кубометра. Мощность двигателя 170 лошадиных сил. Масса машины 38 тонн. Самый крупный экскаватор Воронежского завода 6-й группы имеет емкость ковша от 2,5 до 3,2 кубометра. Его мощность 200 лошадиных сил, а масса 56 тонн. Экскаватор Киевского завода ЭО-2621 создан на базе пневмоколесного трактора. Это навесная универсальная машина. Емкость ковша 0,25 кубометра. При мощности двигателя 60 лошадиных сил. Масса машины всего 5,7 тонны. Такие экскаваторы широко используются также на погрузочных работах и в сельском хозяйстве. Техническое обслуживание гидропривода требует основательного знания всей гидросистемы и особой тщательности ухода за ней. Гидропривод полноповоротного экскаватора состоит из трех основных агрегатов – двигателя с насосом, распределителей и гидродвигателей. Рабочая жидкость поступает из бака в насос, от которого с помощью гидрораспределителей подводится к гидродвигателям. Они приводят в движение рабочие органы машины. Из гидродвигателей рабочая жидкость возвращается в бак. Рассмотрим работу аксиально-поршневых насосов-гидромоторов. В экскаваторах большой мощности применяют аксиально-поршневые насосы-гидромоторы, способные работать при высоком давлении. Вот упрощенная кинематическая схема аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком. При вращении вала поршень совершает возвратно-поступательное движение, а блок цилиндров
вращательное движение. В качающем блоке имеется несколько таких поршней. Рабочая жидкость поступает в цилиндре блока через всасывающее окно и вытесняется из них через нагнетающее окно. Эти окна расположены в неподвижном распределителе. Эти компактные насосы, гидромоторы, обладают большой мощностью. Величина перемещения поршня в цилиндре определяется углом наклона блока цилиндров. При изменении угла наклона, соответственно, изменяется ход поршня в цилиндре. При увеличении угла производительность качающего узла возрастает. При уменьшении угла наклона производительность снижается. Если вращать вал, качающий узел будет работать в режиме насоса, нагнетая рабочую жидкость в гидросистему. Если рабочая жидкость под давлением подается в цилиндры, она перемещает поршни и через шатуны создает крутящий момент на валу. В этом случае качающий узел работает в режиме гидромотора. В приводе экскаваторов выше третьей размерной группы используют сдвоенные насосы. В корпусе насоса имеется два качающих узла, которые создают два отдельных потока рабочей жидкости. Это повышает мощность гидропривода и улучшает управление машиной. Производительность насосов и, соответственно, мощность гидропривода изменяется при увеличении угла наклона блоков цилиндров. На корпусе сдвоенного насоса установлен регулятор мощности. Напорные магистрали насоса соединены с двухступенчатым поршнем регулятора. При повышении давления в одной или двух магистралях двухступенчатый поршень перемещается, сжимая пружину регулятора и одновременно изменяя угол наклона блоков. Таким образом, изменяется мощность насоса в зависимости от внешней нагрузки на рабочем органе. Помимо аксиально-поршневых, существуют и радиально-поршневые конструкции гидромоторов, так называемые высокомоментные. Они способны развивать большой крутящий момент. Рассмотрим работу радиально-поршневого гидромотора на одном из его цилиндров. Рабочая жидкость под давлением заполняет одновременно объем трех цилиндров, телескопически соединенных с поршнями, и воздействует непосредственно на эксцентрик, создавая крутящий момент на валу. В то же время из двух других цилиндров рабочая жидкость вытесняется на слив. В экскаваторах используются поршневые гидроцилиндры двустороннего действия. Соблюдение герметичности уплотнений штока и поршня – важнейшие требования при техническом обслуживании экскаваторов. Для подвижных соединений применяют гибкие рукава высокого давления. Они состоят из внутреннего резинового слоя, хлопчатобумажного, металлической оплетки первого слоя, затем промежуточного резинового слоя, второго слоя металлической оплетки и наружного предохранительного слоя резины. Для соединения гибких рукавов с арматурой применяют конструкцию из обжимной втулки, ниппеля и соединительной накидной гайки. Все неподвижные гидроагрегаты соединяют жесткими стальными трубопроводами. Большое влияние на работоспособность гидрооборудования оказывает температура рабочей жидкости.
При нагревании рабочей жидкости уменьшается ее вязкость, и работа гидрооборудования затрудняется. По продолжительности истечения жидкости через капилляр судят о ее вязкости. При глубоком охлаждении рабочая жидкость становится чрезмерно вязкой. Температурные пределы применения рабочих жидкостей в гидросистемах машины установлены специальными исследованиями. В условиях резко континентального климата вязкость разных сортов рабочих жидкостей может изменяться в очень широких пределах. Среди многих марок рабочих жидкостей наибольшим температурным диапазоном обладают эти два гидравлические масла, пригодные для всех климатических районов. Это гидравлическое масло МГ-30, его рабочий диапазон от минус 10 до плюс 70 градусов Цельсия, и масло гидравлическое, всесезонное для севера и зимнее для остальных районов, с рабочим диапазоном от минус 50 до плюс 65 градусов Цельсия. Емкость бака рабочей жидкости рассчитана на производительность насоса в течение 2-3 минут, то есть на 20-30 обменов в час. Теплообменники охлаждают рабочую жидкость в гидросистемах и предохраняют ее от перегрева. Основное условие длительной эксплуатации машин – чистота рабочей жидкости. Для очистки жидкости применяются фильтры со сменными фильтрующими элементами. Обеспечение чистоты жидкости – важная часть технического обслуживания машин. Обратите внимание на последовательность разборки, замены фильтрующих элементов и сборки фильтра. Распределительная гидроаппаратура изменяет направление движения и обеспечивает остановку рабочих органов. Гидрораспределители относятся к аппаратуре высокой точности. Это обязывает тщательно следить за ними при техобслуживании экскаваторов и предъявляет особые требования к качеству их ремонта. Управление гидрораспределителями осуществляется дистанционно с помощью ручных и педальных блоков управления. Движением педали или рукоятки блока сервоуправления перекрывают каналы, изменяя направление движения жидкости. По исполнению корпуса гидрораспределители могут быть моноблочные и секционные, позволяющие собирать сложные схемы гидрораспределения и легко заменять при ремонте изношенные секции. Гидродвигатели управляются гидрораспределителями по различным схемам. Рассмотрим схему золотникового гидрораспределителя. Для управления гидроцилиндром насос нагнетает рабочую жидкость из гидробака в распределитель. В данный момент золотник находится в нейтральной позиции, напорная магистраль насоса соединена со сливной, и жидкость возвращается в бак. Рабочие отводы к гидроцилиндру перекрыты. При перемещении золотника из нейтральной позиции в рабочую, напорная магистраль насоса соединяется со штоковой полостью гидроцилиндра, а поршневая полость со сливной магистралью. Шток гидроцилиндра перемещается под давлением жидкости. В конце хода штока гидроцилиндра срабатывает предохранительный клапан, и жидкость изменяет свое направление и из напорной магистрали поступает на слив. При таком положении золотника напорная магистраль соединяется с поршневой полостью гидроцилиндра. Жидкость из штоковой полости переходит в сливную магистраль. Шток перемещается в другом направлении. Блоки гидрораспределителей собирают из аналогичных секций. Например, на экскаваторе ЭО-4121 Ковровского завода установлен 7-секционный гидрораспределитель.
Между рабочими секциями размещена промежуточная, а на торцах гидрораспределителя расположены напорная и сливная секции. При перемещении золотника первой рабочей секции жидкость поступает в поршневую полость гидроцилиндра стрелы. И стрела поднимается. Из штоковой полости гидроцилиндра рабочая жидкость через промежуточную секцию и переливной канал других секций идет на слив. При одновременном перемещении золотников происходит следующее. Жидкость движется в гидроцилиндр стрелы и, возвращаясь через промежуточную секцию, попадает в гидроцилиндр рукояти. И уже отсюда рабочая жидкость направляется по сливному каналу в бак. В этом случае поднимаются и стрела, и рукоять. Таким образом, достигается совмещение операций подъема стрелы и рукояти при различной нагрузке на них. Аналогично работают и другие рабочие секции гидрораспределителя. Совмещение рабочих операций сокращает рабочий цикл машины и повышает ее производительность. Необходима особая тщательность при установке промежуточных стальных пластин и резиновых колец. Правильно собранные уплотнения исключают перетечки между секциями. При ремонте гидрораспределителей этому уделяется большое внимание. Болты, соединяющие секции, следует завинчивать в определенной последовательности для равномерной затяжки резиновых уплотнительных колец и во избежание перекосов. Точность выполнения деталей и узлов гидравлических экскаваторов и тщательность сборки гарантируют безотказную работу машин и позволяют эксплуатировать экскаваторы в самых тяжелых условиях – в дождь и пыль, жару и стужу. Каждый машинист обязан хорошо знать, как важно своевременно и правильно выполнять техническое обслуживание машин. При замене рабочего оборудования необходимо внимательно контролировать шплинтовые соединения. Проверяется затяжка винтов крепления пальцев рабочего оборудования. Особенно важен контроль крепления сдвоенного насоса. По специальной карте машинист смазывает сборочные узлы экскаватора. Проверяется уровень топлива в баке. Заполняется водой радиатор. Контролируется уровень масла в картере двигателя и при необходимости пополняется. Осматривается аккумуляторная батарея и измеряется напряжение на ее клеммах.
регулируется натяжение ремней, компрессора и вентилятора. Проверяется работа стеклоочистителя, исправность электроосвещения, звукового сигнала и действие рычагов управления. По прибытии машины на объект, она подвергается обкатке. Прежде всего, проверяют работу двигателя. Внимательно прослушивается работа двигателя на холостом ходу в течение 15 минут. Сначала на минимальных оборотах, затем на максимальных. Затем производится опробование гидропривода. Перемещаются рычаги управления без нагрузки на рабочем органе в течение 20 минут. Постепенно увеличивая скорость вращения двигателя, доводят ее до максимальной. Затем проверяется работа машины, но уже под нагрузкой. Она начинается с постепенным увеличением нагрузки, доводимой до максимума при средних оборотах двигателя. И, наконец, проверяется четкость срабатывания предохранительного клапана при наибольшей внешней нагрузке. При обкатке проверяется и нагрев рабочей жидкости. Работать при температуре выше 70 градусов не разрешается. В процессе эксплуатации экскаваторов на объектах доливку рабочей жидкости производят с помощью специальных машин, которые оснащены очистительными устройствами. Надо помнить, что рабочая жидкость должна быть чистой. Загрязненная жидкость вызывает отказы в работе и сокращает технический ресурс гидрооборудования. При загрязнении фильтра увеличивается его сопротивление и повышается давление в сливной магистрали. Поэтому необходимо следить, чтобы давление на фильтре не превышало 3 атмосфер. Уровень жидкости в баке контролируется по смотровому стеклу. Ежесменное техническое обслуживание начинается с осмотра машины. При ежесменном техническом обслуживании повторяются многие контрольные операции, проводившиеся при обкатке. Проверяют состояние шплинтовых соединений, уровень масла в картере двигателя, при необходимости масло доливается, щупом контролируется уровень топлива в баке, доливается вода в радиатор, прослушивается двигатель. Перед началом смены проверяется аккумуляторная батарея. Контролируется состояние штоков. При обнаружении забоин и царапин их зачищают тонкой наждачной бумагой. До начала работы следует осмотреть состояние креплений, прежде всего сдвоенного насоса.
Необходимо проверить также состояние соединений стальных трубопроводов и гибких рукавов высокого давления. В полевых условиях машины заправляют топливом, а топливо масло заправщика. После запуска двигателя машинист проверяет давление и температуру масла в дизеле. Точно так же при ежесменном техническом обслуживании контролируется работоспособность системы управления и рабочего оборудования. На экскаваторах-планировщиках проверяется управление механизмом наклона ковша. В ежесменное техническое обслуживание входит и контроль пневмоколесного хода. Обязательно проверяется тормозной путь. Ежесменное обслуживание заканчивается испытанием машины на полной нагрузке. Наконец, надо навести чистоту на рабочем месте. Полностью подготовленная к работе машина может отправляться на строительный объект. Более ответственной и сложной формой ухода за оборудованием является техобслуживание номер один. Для технического обслуживания номер один установлена периодичность 60 моточасов. Оно включает в себя полностью все обязательные операции, выполняемые при ежесменном обслуживании. В техобслуживание номер один входит также смазывание подшипников в проушинах цилиндров, подшипников опорно-поворотного круга и других деталей и узлов в соответствии с картой смазок. Проверяют состояние поверхности штоков. Подтягивают ослабленные болтовые соединения. Проверяют настройку предохранительных клапанов и при необходимости регулируют их. При техническом обслуживании номер один проверяют давление в пневмоколесах. Возобновляется смазка клемм аккумулятора. Периодически необходимо производить уборку машины. Участки, затронутые коррозией, надо покрыть консистентной смазкой, чтобы предотвратить распространение коррозии. И, конечно, как всегда, необходимо проверить действие рабочего оборудования. Периодичность технического обслуживания номер 2 – 120 моточасов. При этом, кроме всех проверок технического обслуживания номер 1, таких как, например, проверка давления в пневмоколесах, состояние штоков, смазка коллектора, контроль рычагов управления,
выполняются и более сложные операции. Необходимо промыть фильтрующие элементы обезжиривающим раствором. Остатки раствора удаляются сжатым воздухом. Доливают аккумуляторы дистиллированной водой, а при необходимости и электролитом. При наполненном ресивере машинист проверяет герметичность пневмосистемы. Для этого используется мыльная пена. При необходимости регулируют настройку пружин клапанного блока и предохранительных клапанов гидрораспределителей. С такой же периодичностью проверяют крепление рулевых тяг. Если в рулевом управлении появился люфт, его надо устранить. При техническом обслуживании номер 2 проверяют состояние шин задних колес. Для равномерного износа резины необходимо парные колеса поменять местами. В заключение проверяется торможение поворотной платформы. Техническое обслуживание номер 3 выполняется через каждые 720 моточасов. Оно включает в себя операции предыдущих техобслуживаний. Выполняются также и другие операции. Обязательно очищают топливный бак, промывают его дизельным топливом и заправляют заново. Заменяется масло в картере двигателя. Фильтрующие элементы заменяются новыми. При необходимости заменяют некоторые участки гибких трубопроводов. В это же время следует произвести проверку рычагов управления. В завершение в гидросистемах экскаваторов полностью заменяют рабочую жидкость. Перед этим баки тщательно промывают. Заливку свежей жидкости рекомендуется производить на специальных маслозаправочных пунктах. При самом тщательном техобслуживании все же наступает необходимость в ремонте машины. Через 1500 моточасов работы производится текущий ремонт экскаваторов. Все работы проводятся в специальных чистых помещениях. Одной из первостепенных операций является замена уплотнений поршней гидроцилиндров. При снятии узлов машины и разборке их необходимо соблюдать строгий порядок.
Детали укладываются в специальные чистые ящики и отделяются друг от друга тканью, чтобы не повредить шлифованные поверхности. Затем их промывают обезжиривающим раствором в специальных мойках. После промывки детали надо предохранить от пыли. Заменяют уплотнительные прокладки крышек насосов. Укладывают новые резиновые манжеты и стопорные кольца на шейки вала насоса. На фланцах трубопроводов уплотнительные кольца должны иметь круглое сечение без повреждений. При ремонтных работах обязательно надо уделить повышенное внимание проверке крепежных соединений. Это пружинные шайбы. Стопорные проволоки. Шплинты. Контргайки, отгибные шайбы. Капитальный ремонт по существу полностью обновляет экскаватор. Ему подвергаются машины, проработавшие более 4000 моточасов. Перед поступлением в цех машина обмывается горячей водой. Гидроагрегаты маркируются, не требующие ремонта, белой полосой. Синий, пригодные для работы при сопряжении с новой деталью. Зеленый, требующий ремонта. Красный цвет означает полную непригодность узла или детали. Корпусом насосов предъявляются жесткие требования. При малейших трещинах они отправляются в металлолом. При создании современных машин используется агрегатно-узловой метод их компоновки. И характерной чертой капитального ремонта является замена целиком агрегатов и блоков гидропривода. Это позволяет при капитальном ремонте сокращать продолжительность ремонтного периода. Перед ремонтом насосов и гидромоторов их промывают в моечных машинах. Особенно загрязненные узлы гидрооборудования моются горячими обезжиривающими растворами под давлением в закрытых камерах. Капитальному ремонту подвергаются наиболее ответственные детали и узлы гидрооборудования, износ которых может существенно нарушить работу экскаватора. Обязательно заменяются все уплотняющие детали, прокладки. Резиновые кольца и манжеты. При малейшем подозрении на неисправность обязательно заменяются подшипники,
внутренние венцы и шестерни. Прошедшие капитальный ремонт гидромоторы и насосы испытываются под давлением на специальных стендах. Приборы стенда показывают давление рабочей жидкости и частоту вращения валов. В целом, стенд обеспечивает измерение всех необходимых параметров насосов и гидромоторов. При установке на экскаваторах сдвоенных гидронасосов полумуфты двигателя и насоса с резиновыми упругими элементами должны насаживаться без ударов. Крепежные болты и гайки затягиваются в определенной последовательности во избежание перекосов и шплинтуются. Высокомоментные гидромоторы устанавливаются на поворотной платформе на специальные контрольные шпильки, что обеспечивает точность установки. При ремонте гидрораспределителей большое значение имеет точность обработки поверхностей. Она достигается на шлифовальных станках. Собранные после ремонта гидрораспределители испытывают на специальных стендах и проверяют их основные параметры. В процессе капитального ремонта гидроцилиндры полностью разбираются. Проверяется техническое состояние всех деталей. Обязательно заменяются все резинотехнические и пластмассовые детали. В необходимых случаях внутренняя поверхность гидроцилиндров подвергается раскатке, создающей гладкую поверхность. Внутренние размеры измеряют специальными калибрами. Штоки гидроцилиндров тщательно шлифуются или обкатываются. Детали, не подлежащие восстановлению, такие как, например, пальцы, проушины, направляющие втулки гидроцилиндров и другие, изготавливают заново. Все цилиндры после ремонта подвергаются обязательным гидравлическим испытаниям на специальном стенде. В процессе эксплуатации машины часть металлического трубопровода была заменена гибкими времянками. Теперь восстанавливается весь жесткий трубопровод. При разборке и сборке трубопроводов пользуются различными ключами: торцовыми, рычажными, раздвижными, динамометрическими. Отремонтированные и свежеокрашенные экскаваторы доставляются на отдаленные строительные объекты железнодорожным транспортом.
система закрепления машин на платформах нормирована заводскими инструкциями. На близко расположенные объекты экскаваторы доставляются автотранспортом на трайлерах. Гамма гидравлических экскаваторов, выпускаемых заводами Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения, свидетельствует о достижениях отечественной землеройной техники. Советские экскаваторы пригодны для работы в самых сложных климатических, погодных условиях и соответствуют лучшим мировым образцам.